Задолбала меня тут одна ошибка на сайте. При попытке войти в плагины через админку WordPress, вываливается сервер временно недоступен. Чего я только не делал. И лазил в базу, чтобы прописать там параметры отключения всех плагинов, и заходил по FTP, чтобы удалить папки с плагинами. Но отключив и даже удалив все плагины, ошибка никуда не делась. Плагинов нет, а при попытке зайти в плагины все равно вываливает ошибку, что сервер перегружен. Пришлось поднять тикет на техподдержку. Техподдержка не ответила. Помогли добрые люди ВКонтакте, за что им большое спасибо. Оказывается, нужно всего лишь зайти в панель управления вашего хостинга и сменить там версию PHP на самую последнюю. После этого ошибка пропадает. А через пару недель подтянулась с ответом и техподдержка. У меня есть подозрение, что решение они прочли в ответах все тех же добрых людей на странице хостера ВКонтакте. Не забудьте вступить в мою группу ВКонтакте.